Привет, стримаши, обзор еды. Здесь как бы я ругать ее не буду особо, это как бы обзор нормальной еды. Ресторация Обломов, 1161, изысканные рецепты. Я бы сказал, просто нормальные консервы. Я бы не сказал, что это такое, что-то чудесное. Вот, фасоль гигантская с белыми грибами, с белыми. Так. Вот код, производитель. Ну, опять через Москву, эту поганую, никому не нужную. Паразит Москва. Так, дальше состав. Грибы белые. Фасоль, томатная паста, лук, масло. Сахар, соль. 3 года. Так она выглядит. Стоит что-то от 120 до 150 рублей. Ну дофига для, за 400 грамм. Вот. Что внутри? Это гриб. А фасоль. Вот она большая. Ну большая фасоль ничем особо не отличается от маленькой. Но прикольно, хоть попробовал. В общем-то, все. Прикольная закуска. Единственное, что как-то белые грибы, мне показалось, должны быть повкуснее. Как-то они такие пресноватенькие. Так. Хорошая, вполне закусочка. Ну, в основном она как бы дорогая только получается, конечно. По 150 рублей фигарить не будешь. Какой-то вес странный, 430 грамм. Почему не 500 грамм? Ну, это все. А, что еще хотел сказать, что, по идее, говорят, заготовки самим делать. Да, самим надо делать. Ну вот если кому лень, деньги есть, можно вот так вот есть вполне, как не хуже домашних, так на уровне. Можно, конечно, еще повкуснее сделать, но вполне можно обойтись без возни. Поэтому все должны быть богатыми и покупать, что хотят, пока, ребята.